Всем здравствуйте. Сейчас нам еще подключат Telegram. Буду двигаться, потому что, как всегда, три. Ну, поправьте чуть-чуть мне, пожалуйста, Telegram. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня потрясающий день. У нас тут... Сейчас меня поднастроят. Сейчас. Все, почти. Ну, почти все. Так, ладно, дорогие ТГ, вам они чуть просто ниже меня, поэтому ничего страшного. Так, всем здравствуйте, у нас сегодня с вами классный день. Сегодня 20 марта, и так совпало, что сегодня Новый год по всем астрологическим, там, которые можно вообще понятия взять. Сегодня весна наконец-таки вступает в свои полноценные права. Сегодня день, знаете, как называется, победил ночь, и с сегодняшнего дня день будет только прибавляться. И мы даже специально не старались, но именно такая яркая желтая капсула у нас выходит именно в этот день сегодня. Плюс покажу новый бушлат, по которому миллион вопросов. Ну что, вы готовы? Сегодня у нас в основном обзор будет детской коллекции, поэтому всех родителей я прошу прильнуть к экранам, потому что в конце я расскажу про шапки, которые вообще, я считаю, как супер бонус еще по супер невероятной цене, которые нужно брать все, как недельку. Ну что, поехали. Что у нас с вами сегодня будет? У нас с вами сегодня будут штаны палаццо. Ну, давайте так. Это взрослый тренд, который 100% все дети, подростки хотят. Это уже облегченная ткань идет. Вот такой футер без начеса. Вот, на резинке, на удобной резинке. Они будут представлены в трех цветах. Еще серый. Ну, куда же без серого. Здесь классно, можно с чем угодно это все дело компоновать. Мы, как всегда, с вами берем готовыми лучками. Ну, естественно, для девочек, чисто для девочек розовый цвет. Здесь мы с вами классно это можем компоновать с тем же самым, допустим, розовым. И уже будет такой прям лучок-лучок. У нас с вами будут еще детские розовые укороченные топы. Девочки, я 100% знаю, что они это все дело просто обожают. Ну, здесь легко, классно, здесь супер классная ткань, как всегда, высшего качества, пенье. Ну, стоит ли это рассказывать, только, наверное, для тех, кто первый раз нас смотрит. Поэтому мы что с вами берем? Берем в руки брюки палаццо, берем с вами футболки сразу, которые можно, сейчас я покажу. Можно розовый с розовым, допустим, да, сразу. Я сочетания такие люблю, у меня девчонки такое обожают. Сразу костюмчиком одел. Я всегда говорю, для детей, для взрослых, не знаете, что надеть, надевайте сразу костюмчиком. Серым классно будет смотреться, ну и даже с хаки это тоже будет классно смотреться, сейчас покажу. Вот, очень красивое сочетание, получается такое прям достойное. По футболкам, в каких еще цветах у нас будут футболки? Из укороченных цветов это еще будет желтый, который тоже супер яркий, супер красивый. Ну, опять же, это модель для девчонок, для мам и мальчиков, и девочек. Та-дам! То, что вы просили, то, что у нас постоянно заканчивается. Просто супер качественный черный и белый футболки, которые от ДНК, которые просто неубиваемые, которые можно стирать в стиральной машине. Это та вещь, которая нужна всем детям всегда. В школу, в садик, любой лук составить, даже с какой-то супер ярким низом или объемным верхом, или с чем угодно. Но в чем, естественно, наш всегда огромный плюс, который мы бесспорно всегда будем озвучивать. У нас всегда идут супер-классные лекала, супер-классные дорогущие ткани, которые качество, высшего качества пенье, которые не растягиваются, которые после стирки не умирают после первой стирки. Ну, то есть та базовая вещь, которая всегда нужна. Они тоже в супер-лимитированном количестве, поэтому если вам нужна белая или черная футболка, она всегда нужна, тут же берем, закидываем в корзину себе две футболки. Так, ну из такого яркенького у нас будет желтый свитшотик, он из футера двух ниточки, это такая уже облегченная версия, которую, естественно, можно совсем миксовать, это мальчикам, девочкам, здесь спокойно, девочкам можно подзаправить, можно на выпуск, мальчикам заправлять не надо, это будет не очень, поэтому мальчики должны оставаться мальчиками. А также у нас из унисекса мы с вами берем штаны карго. Дети обожают штаны карго, здесь есть карманы, здесь есть резинка, есть внутренняя кулиска для того, чтобы регулировать именно объем на талии, на бедрах, там для детей разной комплекции. Снизу тоже идут резинки, тоже облегченная ткань. И эту ткань мы классно уже с вами, да, вспоминаем, что мы сделали. Мы сделали свитшот, который можно классно комбинировать. Мы с вами сделали еще к этим штанам супер классную вещь под названием кардиган, которая подходит и мальчикам,
и девочкам. И тоже все это дело можно миксовать. Вот смотрите, у вас уже готовый лук. Сюда можно просто добавить любую, даже самую базовую футболку, допустим, черную, потому что здесь идут у нас с вами черные кнопки. Это будет очень красиво. Все, взяли, стилизовали, готово. Можно добавить просто белую футболку, тоже уже очень красиво. Можно добавлять рубашки, водолазки. Кардиганы, они всегда хорошо смотрятся, и в этом году мы их впервые решили выпустить детскую коллекцию, потому что все предыдущие цвета и выпуски уже побили все топы продаж. Кардиганы детям очень классная альтернатива просто какому-то худи, выглядит более, так скажем, чуть-чуть спорт-элегант, шик я бы назвала так. Так, ну и то, что все давно просили, мамы девочек, но девочкам же нужны топики, я переверну, потому что он прицеплен так. Топы девочкам нужны сейчас, у нас девочки их носят не только как нижнее белье, сейчас девочки у нас сверху могут одевать какую-то, ну черное на черное, видите, не видно. Ну короче, топ, все представили просто себе классный топ, который идет с брендированной резинкой, брендированная резинка идет здесь, брендированная резинка идет здесь, и здесь идет двойная ткань, и это можно прям, ну ничего не просвечивается, ничего не растягивается, все хорошо. Это можно носить сверху, девочки носят классно, стилизуют, допустим, одевают рубашку расстегнутую или не до конца расстегнутую, здесь высокие штаны, получается как топ. То есть мы здесь берем, допустим, вот, берем, допустим, с вами вот, сверху накидываем рубашку, сверху накидываем кардиган, что-то, то, что застегивается, расстегивается, и вот уже получается. Но наши топы самые базовые, самые классные, самые неубиваемые, то, что на спорт, просто в обычную жизнь. Короче, это классная ходовая вещь, которая у нас является всегда суперхитом. Вот, так. Ну и сейчас с вами у нас барабанная дробь, мы переходим к шапкам, которые, как я уже сказала, будут по супер цене, 750 рублей. Поэтому я настоятельно рекомендую мамам, у которых дети, так же как и мои, любят потерять шапку, куда-то ее деть, что-то опять с ней случилось, или просто, чтобы под каждый лук можно было стилизовать недельку. Заходите, выбираете все самые классные цвета, которые вам нравятся, потому что скоро их не будет. Роза, ой, господи, розовый, оранжевый, желтый, хаки, салатовый, зеленый, очень насыщенный, красивый цвет. Я не буду показывать тебе. Ну и здесь мы, короче, сделали нашу фирменную мышь. Идет такая резиновая нашивочка. Также у нас с вами идет хаки и салатовый тоже. Вот смотрите внимательно, здесь вот такая нашивочка, да, здесь вот такая нашивочка. Нашивочки могут быть разные, ну такие квадратики. Здесь уже дизайнеры думали, что куда подставить. И это, знаете, какой цвет? Вишня. Он не красный, он такой вишневый цвет. Розовая и вишня. Есть еще здесь такой кофейный цвет, серо-кофейный цвет. Есть еще белый, но мне ее не принесли, то есть здесь должна висеть белая. Еще будет белая шапка. Как раз белая шапка будет, если вы брали куртку у нас белая, которая сублимация, вообще просто будет идеальный, классный белый лук. Ну, на самом деле, белый цвет, особенно на шапке, вообще бояться не стоит. Головой дети меньше пачкаются, чем ногами. Ну и, в принципе, шапка за 750 рублей классного фасона и качества ДНК. Я даже не знаю, что можно получить. Здесь как раз неделька получилась, но плюс белый цвет, получается, их 8 цветов у нас с вами. Ну и пока у нас с вами осталось чуть времени до того, как стартует та самая яркая капсула детская, потому что мы в этом году решили менять местами, решили разделять взрослое и детское, то есть отдельно взрослое стартует, отдельно детское стартует, и все по отдельности идет. Вот, я вам покажу тот самый бушлат, который сейчас у нас находится на предзаказе, лимитированная версия. Вы все очень просили что-то яркое дать по бушлатам, потому что у нас есть черный, кстати, красный, еще на предзаказе ярко-красный ваш любимый, и салатовый. Салатовый у нас вот такой яркий, кислотный, он у нас впервые. Для тех, кто вообще не знаком с нашей одеждой, это все супер легкое, мягкое, сейчас даже попытаюсь его сдуть. Насколько он мягкий, невесомый, он просто надувается. Он очень легкий, но при этом его можно носить от плюс 10 до минус 35 железно, а наши клиенты даже проверяли на Северном полюсе до минус 50 и так далее. Что здесь в бушлатах? Кто первый раз знаком с бушлатом? У нас здесь все продумано до мелочей. Где горловина, идет натуральная ткань, вставочка. Есть петелечка, ну, естественно, стандартно. Есть внутренний кармашек. Я знаю, многие взрослые любят, сейчас покажу. Где он? Вот он. Вот он идет, внутренний кармашек. Дальше, вы, когда застегиваетесь, у вас ветрозащитная планка,
она идет внутри. Идет капюшон, который можно завязывать. Ну, сзади, естественно, самая вот та самая надпись, которую хотят все, бушлат из России. Та самая надпись. Он идет оверсайзерский, идут огромные классные карманы, которые у нас все просто обожают, эти карманы, в которые можно засунуть пол своей жизни. Ой, собственно говоря, я понимаю, все рассказала. Сейчас примерю его, покажу, как он смотрится на мне. Это размер оверсайз, у меня 1,70 м, я всегда ношу оверсайз. А, кстати, я фишечку еще одну забыла. У нас здесь рукава выполнены из натуральной ткани. Они идут как вот такие у нас перчики, как будто бы обрезанные. То есть можно вставить руку, и рука здесь мерзнуть не будет. При этом, если вы не хотите вставлять пальчик, вы можете его не вставлять сюда. И можно вот так просто завернуть, и у вас будет обычный рукав. У нас здесь специальная наша технология. Наша личная разработка. Когда рукав является подвижным. И здесь специальные все штучки такие пришиты. То есть здесь, если у кого-то чуть длиннее руки, чуть короче, здесь вот выглядит оно вот так. Все, это спокойно можно все убрать. Но я в холода вот так вот. Не всегда удобно одеть перчатку. Или, допустим, если у меня совсем теплые перчатки, там пальцами неудобно тыкать по телефону, вот я хожу лично вот так. Все. Вот, здесь мы с вами застегнули. Все, классный объемный бушлатик. Капюшон, если очень холодно, то можно даже... Многие наши завязываются прям вот так, и детям, и себе. Так, ну что, друзья, мне сейчас будет иначе очень жарко. У нас с позавчерашнего дня уже температура поднимается максимум до сколько? До плюс 12 поднимается у нас. Ну, мы южный регион, мы Ростов-на-Дону, поэтому нам повезло. Мы уже прям чувствуем запах весны. Я вам его сейчас через экран пытаюсь передать тоже наш запах весны. Еще такими цветами классными. Ну что, я всем предлагаю отправиться на сайт. По старой доброй традиции, на старт. Внимание, старт! У-у-у!